я вам обещала, мы распакуем этот сюрприз лол. Настин подарок новый лол сюрприз. Внутри 50 сюрпризов. 3 в одном. Можно сделать вот такой кейс. Можно с куколками и питомцами поиграть в магазин, в кафе. И можно сделать вот такой дисплей, выставить всю коллекцию твоих куколок. Да, ну что, давай открывать. А еще самое главное... Эксклюзивная куколка золотая внутри. Да, она вся золотая. Ого! Смотри! Круть! Вот и большой-большой сюрприз. Да. Первое, это кафе для питомцев. Смотрите, вот еда для собачек, для кошечек. Да. Даже футболочки есть. Ого! Потом кафе для куколок. Да, здесь даже есть ихние бутылочки. Да, их бутылочки, разные вкусняшки. А здесь они уже едят. Да, здесь можно заказать вкусную пиццу. И бутик. Можно купить парик, разные прятки для волос, лаки. Класс! Дальше. Смотрите, ребята, я здесь заметила вот такую вот штучку. И давайте мы здесь откроем ее. Давайте, вот место для куколок. Да. Вау! Что здесь? Покажите. Ого! Давай откроем первую вот эту ячейку. Первая ячеечка. И что там внутри? Ого! Сюрприз! Да. Ребята, тут даже есть наклейки. И нам попадется вот такая вот кукла. Такая шоколадная? Да. Смотрите, а вот постель для куколок лол. Подушечки, одеялко. Да. Ой, здесь уже маленький щеночек спит. Классненько. А это игровая комната для разных маленьких куколок, да? Да. Здесь можно хранить их одежду, аксессуары. Смотри, даже бутылочки для малышек. Да. И есть чем поиграть. Ручка. Угу. Чтобы делать кейс, да? Да. С собой можно носить куколки в кейсе. И есть вот такая вот комната, там, где куколки лол могут себя прихорашивать. Да. Приводить в порядок. Даже зеркало есть. Такое модное. Угу. Разные бутылочки, расчески. Пудра есть. Кисточки. Да, кисточки для макияжа. Вторая ячеечка. А тут уже поменьше пакетик. Тоже сюрприз. Еще одна спаленка для куколок. Да. А тут уже игровая комната для питомцев. Точно. Песочек, лопаточка. Место, где можно... поспать. Да. Смотри, какая крутая бутылка. Золотая бутылочка. Наверное, для нашей новой куколки. Да, и она еще с блестками. Поставим сюда. Второй пакетик. Смотри! Вот и куколка! Класс! Круто! Она такая шоколадная. Золотые волосы. И у нее глазки блестят. Смотрите, какая она вся золотая, блестящая. Угу. Вот такие золотистые штанишки. Ну что, ищем одежду для нашей куколки? Да, а то ей уже холодно. Переходим на эту часть. Смотрите, сколько места для куколок. В конце видео Настя выставит всю свою коллекцию куколок лол. Угу. Вынимаем. Ого! Смотри, тут даже есть такая табличечка. Это чтобы больше места было. Это на вторую сторону. LOL. Да. И здесь находится Биби-бутик. Да, здесь много платьишек. О, а вот уже кто-то переодевается. Аксессуаров много. Да, очки. Здесь куколки наши будут прихорашиваться. Да. И вот такие вот сумочки. Ой, смотрите, кошечка и бананчик. Продолжаем искать сюрпризы. Настя, я знаю, что здесь еще что-то может быть. Ну, давай проверим.
Смотри, сколько их. Ого, спасибо, что подсказала. Пожалуйста. Так, открываем. Опа. О, какой миленький рюкзачок, смотрите. Рюкзачок как ангелочек, с золотыми крылышками. И вот такие вот резиновые ручки. Очки, смотри, какие красивые, нежные. Бежевые очки с розовой оправой. Да. Ой. Вау, смотрите, какие крутые босоножки. Второй босоножечек. А вот и наш костюм. Вот такой красивый костюмчик, золотые шортики и кофточка. Да. Вот мы одели нашу крутую куколку. Поставим мы ее на самый верх. Точно эксклюзивная куколка, такая вся золотая. Да, я еще хочу приклеить ее фото куда-то. Давай сюда. Есть. В первой ячейке будем хранить обувку кукол. Вот так. В второй ячейке мы будем хранить аксессуары для питомцев. Разные предметы, лопаточки, бутылочки. Да. В третьей ячейке сумочки, одежду. И в четвертой ячейке аксессуары, очки, обручи. Украшения. Все, закрываем. Так. И развернем этот кейс. В кафе для питомцев поставим лопаточки. Сюда можно бутылочки. И вкусняшки. А сюда ставим парики. Ой, что-то я проголодалась. Сделайте мне, пожалуйста, пиццу. Вот и ваша пицца. Угощайтесь. Полусердечко. Спасибо. Какая вкусная. Вот мы уже вставили ручку и закрываем кафешки. Получается вот такой тяжелый кейс. Сейчас выставим все твои куколки. Да. Смотрите, ребята, здесь есть бутылочки. Кто-то уже разлил молочко. Разбитое сердце. Котенок пропал. Лол. И еще бутылочки есть. MC Swag была здесь. Вот и куколки Лол уже на подиуме. Это не вся коллекция Настина. Некоторых она раздарила. Некоторые где-то играют по дому. Да? Надо всех-всех собрать и выставить на наш подиум. Да, и еще некоторые пошли в бутик, некоторые пошли гулять. Разбежались от Насти куколки Лол немножко. Да. Какие они все красивые, блестящие. Круто. Я иду своими куколками Лол в модный бутик, прихорашивать их. А вы тем временем поставьте много лайков и напишите, какая у вас самая любимая куколка. Пока-пока! У Насти на подиум вышли еще питомцы и маленькие куколки. О, привет! Привет! Как тебя зовут? Меня зовут Королева Египет, а меня Инстагоут. Понятно. Пошли гулять вместе? Пошли. Новая куколка цвет не меняет. Напоим водичкой, посмотрим, что же она умеет делать. Плеваться или плакать? Ой! У нас уже на столе лужа. Ничего, сейчас все протрем. Она плачет.